Привет, друзья! Это новый влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, ставьте колокольчик, чтобы видеть мои ролики первыми. Погнали! Презентация звуковой! Отлично. Что расскажете нам сегодня? Что там прям да. Туда? Да. Да ничего, весело у нас. Потом послушаешь его. Ну конечно, послушаем. Мы тебя там не послушаем. Если нам хотели послушать, надо было приходить и слушать. Ну конечно. Приехал за диджейкой. Поставил сегодня днем для Stage Rockers. Вот такое место замечательное. Потом еду в клуб Heaven снимать диджиков. Остановили запись в Heaven! Привет! Я думаю, туда или туда попал? Да, туда. Здорово. Теперь я вас завожу. Да. А, ну включено? Да, видишь, если горит красненькое, значит я тебя научу снимать. Я уже умею. А телок умеешь снимать? Спорим. Сейчас пойдем. Это не надо в кадр, то надо может увидеть, называется. Я хороший. Это Юра Третьяк. Да, меня зовут Юра Третьяк, я ведущий. 4 часа во время мероприятия вот здесь была очередь. Здесь все фотографировались, все снимались. И самый большой прикол, что со Славой Чайкой все хотели сфотографироваться. И с Леной. Ну, смысл не в этом, а в том, что только что, ну, только вот для меня, да, все закончилось. Можно выдохнуть, ехать домой. И тут издалека смотрю, кто-то стоит и селфи рубит. Это парень. Да. Нет, не так. И тут смотрю, какой-то натурал, что очень удивительно. Рубит селфи возле. Думаю, друг, да, что-то не то. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Решил в радужного переодеться. Думаю, не. И что немаловажно, я задом к выходу. Смотрю, это же знакомые лица. Все правильно. Что там на диджике? Да ничего, все будет. Сейчас чуть-чуть. Переформатировались. Это будет ручная колсовая радиостанция. Коммерческая, ну, ручная. Приехали в Атлас с женой на салат-пати. Ну, есть плюсы, все нормально. Хорошо. Колумбия! Привет! Кристиан пришла. Ну-ка, да, двойной кофе, и там двойной борщ. Да? Тупо двойной борщ. А, да, флат-вайт, один флат-вайт. Да, флат-вайт, один флат-вайт. Кто им перевести? Пацаны, привет. Они могут выручить на 20 гривен. I'm gonna fuck you, man. Слушай, ну Stage Rockers круто зажигли. Да. Я уверен. Да, вообще. Это было, знаешь, отдушина. Я стоял рядом, я не отходил даже. Да. Слушал, да, комментировал, слушал. Сегодня пятница, шаббат, зажег минору, видишь, на рояле, покажи. Тут все очень антуражно, да. Да, люстра, да. Еда, пьяные девушки. Пьяные. Куча косметики. А самая большая подстава была в том, что девушек вокруг много красивых, а все чьи-то жены и... И,
да. Чтобы карму не портить, поеду к своей жене. Я тоже. Это был Юра Третьяк, подписывайтесь на его канал тоже. Да, да, у меня 4000 людей, 3,5. Ну, будет 4. 4, да, да. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much.